Собираюсь сейчас гулять с Баськой. Время 12 часов. К 2 часам у меня маникюрчик буду делать. Так, вот такую нашла сумку. И здесь смотрю, собачьи эти пакетики. Вот. Короче, гулять с собакой самое то. В общем, пойдем Басенька гулять. И потом я уйду, и уйду я надолго. Так, ну что, пойдем. Чуть меня аж заносит. Пойдем погуляем. На улице жарень. Жарень, Басенька. Поэтому сейчас вот быстренько погуляем и до вечера. Машин мало, уехали. Карман пустой почти, можно сказать. На дачах людям везет. Везет около дачи. Здесь не знаешь. Одна работа, дом работа. Дом работа, да, Бась? Выходи давай. Где бы Баська тоже на даче был. Да, Басюня? Пойдем, пойдем, пойдем. Цветочки наши. Смотрю, квартиру-то не продали на первом этаже. Я ее так и не посмотрела. Нет, сын отговорил, не надо, мам, первый этаж, потом тоже так не продашь. Девчонки, да я только сейчас покрасилась. Цвет хороший, и получился, намешала, как всегда. И я еще ополоснулась розовое, ой, что-то забыл, что-то розовое. Что-то розовое там. Мне понравилось, желтизну убрала. Нашел пенечек. Так, Васька, пойдем-ка вот сюда, в лесок. Вот, в лесочек сюда. Никого нет, и тут прям хорошо. В тени деревьев. Так что, не знаю сегодня, какой у Коли рабочий день. Что-то я его не спрашивала, до скольки. До 4, наверное, будет. Короткий. Потому что сегодня только Колым. Сегодня не основная работа. Я ему говорю, давай, зарабатывай мне на импланты. У меня своя сумма есть. Своя сумма. Мне насчитали 275 вчера. Наверх. 275. И у меня не хватает только полтинника. Так что, кто говорит, что вот сын вам там будет оплачивать, он, может быть, 50 тысяч даст и все. Может быть, сама наберу еще до этого времени. Но просто у меня еще как бы жилье, я не хочу их. Они же работают в зале. Мам, ты поживи у нас. Я говорю, ну, сынок, вот представляешь, вот я там со швами, возможно, буду мучиться ночью, ходить, пить обезболивающие, ну, это 100%, антибиотики, все это. Не знаю, что там с ЖКТ у меня будет. В общем, я уже так это готовлюсь потихоньку к этому. И так, вот теперь я окрашенная, поворачиваться не стыдно. Я говорю, сынок, у вас нет еще кондиционера. Ой, вообще, без кондиционера, конечно, беда. Ну, они молодые, они не потеют, а мы старенькие. Вась, идем. Сейчас перейдем с ним дорогу. Или здесь. Тут вроде как тоже тенечек. Вот. Видите, как тенечек там. Ну, посмотрим. Еще дорога же. Так, кто-то там пишет, поздравляет с Днем России. Девчонки, молодцы. Я не люблю эти картинки, потому что это надо скачивать, пересылать. Это дребедень. Ну там жарко. Нет, не пойдем туда. Нет. Нет. Откуда машины, а? Откуда машины? Ты мне скажи. Ведь никто не останавливается. Вот на пешеходном я переходе. Стою. Никто не останавливается. Вот один проехал, второй проехал. А это по дороге вообще идет. Сейчас прибью я тебя. Какое делаешь? Пойдем. Жарко? Вот зачем сюда пришел? Ты непослушный ребенок. Это непослушный ребенок. Есть клип, который говорит, это золотой ребенок. Это золотой ребенок. Вот сейчас этот золотой ребенок идет по горячему асфальту. Вот его, ему сюда надо было. Беги теперь. Беги. В тень беги. Нет, он не слушник. Он такой не слушник. Сейчас одевалась, упали носки.
искала вот эту сумку. Все, схватил носки. Говорю, пойдем гулять. Он с этими носками. В общем, неслушник. Пойдем хотя бы сюда. Может быть, Веру встречу с Баксом. Тоже познакомились вот так вот, гуляли с собаками. И теперь мы прям подружки. У меня некоторые, вот говорю, ну, она и клиентка моя. Ну, она редко стрижется. Она все каскад, да, осветлялась. А сейчас говорит, давай стриги меня коротко. Она, короче, постриглась очень коротко, теперь отращивает. Ну, говорит, приду еще к тебе стричься. Говорю, хорошо. Так что друзья появляются, кто-то уходит. Какие-то... У меня несколько лет обслуживалась женщина Татьяна. Она меня не смотрит. И мы с ней повздорили. Ну как? Мы не ругались. Она не пришла в назначенное время. Потом как-то еще она пообещала, не пришла. И я ей сказала, говорю, Таня, что ты так себя ведешь? Бежит, бежит, не надо туда. Знаешь как? Нас прибьют за эти кусты. Здесь следят, следят прям. Васька, пойдем лучше в другом. Если ты покакаешь, я за тобой беру. Тут каштаны посадили. Ну, они следят. Тут прям даже и сказать, что сказать. Тут молодцы. Тут дом, конечно, пятиэтажка. Молодцы, поливают. А сирень мне женщина тогда давала, помните? Вот я не пойду туда, там вороны. Они нападают. Бася, может, нам с тобой на Валберес сходить? Мне коллаген пришел. Пойдем за коллагеном? Для моих суставчиков. Для кожи. Очень жарко. Очень жарко. Что-то вишня вся какая-то больная. Как мокрая. Басюн. Вот он меня тащит. Я просто вот, я говорю, у него все такая привычка. Он бежит, бежит, бежит. Потом встань, несите меня. Я тебя не понесу. Ты 8 с лишним. Не-не-не. Моя спина нет. Моя нет спина. Ну, пойдем на вал. Девчонки, хочу показать вам тот ресторан Сельпо. Очень вкусно готовит. Есть веранда. У Коли вот будет день рождения 25-го. Надо туда сходить. Но столик надо забронировать заранее. Знаете, что у нас тут? Липы цветут. Так пахнет. Прям вкусно пахнет медом. А вот это вот акация цвела. У акации очень резкий запах, такой удушающий. Как-то тут гуляли, говорю, о боже, как это можно нюхать. Так, пойдем в старые дворы. Здесь тенечек. Тенечком домой. Девчонки, вот такой сегодня влог. Вечером нас ждет шампанское с фруктами. Будем отмечать День России. Ну, это то, что мне друзья подарили. Конфеты, шампанское. Вот. Не знаю, позвоню Олесе. Может быть, вместе встретимся. Посидим. Что она там будет делать, не знаю. Позвоню. Всем пока. Ну и в завершении видео бабушка устанавливает флаг России. Дочка мне сказала, что она сегодня работает в цветочном магазине, жена работает. Говорит, сегодня пойдем отдыхать, гулять после работы. Приезжает, говорит, Егор Крид. Оказывается, Егор Крид рожден в Пензе. Будет выступать бесплатно. Так что в Пензе приезжает в Пензу Егор Крид. Ой, я устала.